сезон Формулы-1 очень длинный, поэтому он, так можно сказать, состоит из взлетов и падений. Надеюсь, что у нас в Сочи все получится, мы будем стараться настроить наш автомобиль как можно лучше под данную трассу и надеемся показать высокий результат. Как показывает практика, нужно все время бороться до конца и может получиться очень высокий результат, так что мы будем бороться до конца. Еще раз Даниил Квят прокомментировал и аварию, которая случилась во время квалификационного заезда на этапе гонок в Японии. Случилось это 26 сентября. Тогда, к счастью, пилот не пострадал, но болид разбился полностью. Мы заменили болид уже к гонке в Японии, так что все обкатано, все готово. И лично на меня эта авария никак не повлияла. Я вышел не пострадавшим из этой аварии. Да, но было неприятно, но из этого состоят гонки тоже, без аварий никак. Напомню, второй в истории Гран-при России Формулы-1 пройдет с 9 по 11 октября. Первая сессия свободных заездов стартует завтра в 10 утра.